Центр социальных инициатив Impact Hub появился в Инслингтоне, депрессивном районе Лондона, в 2000-х годах. Его основатель Джонатан Робинсон, общаясь с предпринимателями, которые развивают социально ответственный бизнес, пришел к выводу, что есть много креативных идей, но нет единого пространства, где люди могли бы ими обмениваться. Так появился открытый клуб единомышленников Impact Hub – место, где рождаются бизнес-проекты, направленные на то, чтобы сделать мир вокруг лучше. Сегодня по всему миру существует более 60 отделений Центра социальных инициатив Impact Hub. В 2013 году такое отделение появилось в Одессе. Благодаря тому, что его руководители ведут активную работу не только в городе, но и в области, первые ростки направленной созидательной молодежной активности появились в Лиманском районе. В 2016 году был основан Добро-Хаб в районном центре Доброслав, а в середине мая 2017 года отделение Импакт-Хаба появится в селе Першетравневое. В скором времени Першетравневый сельсовет объединится в единую громаду с соседними селами с центром Визирки. Областной депутат Олег Кутатыладзе много делает для того, чтобы это объединение не только состоялось, но и развивалось по лучшим мировым стандартам. Он уверен, будущее за молодыми людьми, инициативными, образованными, желающими развивать родное село. Пытаемся привлечь людей. Они принесут свои знания, свой опыт непосредственно, значит, туда, на место, в школу, в данном случае Першетравнево. И на базе этого села, оно самое большое из всех сел, которое будет в нашей объединенной громаде, мы хотим вот провести такой эксперимент, а в будущем его распространить на все остальные села. На самом деле объединение громад приведет к тому, что школы везде у нас существуют, но есть школы большие, такие как Першетравнево и Всечавки. Мы бы хотели, чтобы на их базе было развитие уже для молодежи более старшего возраста. И я надеюсь, что наши люди начнут поступать в институты, значит, возвращаться обратно. Вот это самое главное для нас сегодня. И активность людей. Потому что люди должны сами понимать, что они должны строить свою жизнь. Я уже еще раз, повторюсь еще раз, что никто не придет и ничего им не сделает, если сами они это делать не будут. Вот это самое главное. Сегодня вижу зажатость, значит, сложность в общении. Сегодня вижу сложности вообще в жизни в селе. Так же, как и в городе. Самое главное – сложность в головах. Знаете, когда-то Булгаков сказал словами своего героя, что разруха бывает не в клозетах, а в головах. И вот, собственно говоря, вычистить эту разруху из головы вот призвана вот эта программа. Я очень надеюсь на то, что нам это удастся начать. Вот фестиваль будет 12 мая в Першетравневе. Мы постараемся. Людям очень важен пример. Вот в армии есть такой принцип «делай, как я», и вот здесь нужно нам его реализовать. Если люди, а я вижу, что и руководство школы, и руководство села Першетравнево этим заинтересовалось, мы создадим все условия, чтобы им помочь. А дальше уже, если дело пойдет, будет хорошо. Я всегда приветствую вот слова знаменитого руководителя римского клуба Аурелия Пичея, который говорил, надо мыслить глобально, действовать локально. Вот давайте локально мы попробуем этот эксперимент провести вот Першетравнево. А на сьогоднішній день ми маємо таку нагоду відкрити СОУП на базі нашої першотравневої школи. Завдяки організаторів Одеського хабу і Олега Джумберовича, голови сільської ради і адміністрації Лиманського району. На сьогоднішній день відкриття СОУПу – це велика така справа, яка завдяки вчителям, які будуть там працювати, направить дітей в вірне русло, покаже їм, як робити добрі справи для села, для району, для області, а в майбутньому і для нашої держави. По словам организаторов, открытие хаба – это возможность научить молодежь, которая в силу возраста и так инициативна, плановому подходу в реализации своих идей. Научить мыслить глобально, уметь работать в команде на результат, определять конечную цель, искать различные способы ее достижения. Важно, чтобы молодые люди понимали, для чего необходимы социальные проекты и как они могут сделать жизнь громады лучше.